Здравствуйте, с вами Android. Android сегодня хотел рассказать о очень интересной и приятной на вид аркаде, которая называется Fish Out Water. В данной игре вы будете играть за 6 смелых рыбок, которые мечтают слететь над океаном, и вам нужно помочь подняться в воздух. Что мы можем, как вообще в игре данное управление? То есть мы вот так вот тапаем на любую рыбку, и вот так вот свайпаем и отпускаем, и у нас она летит, отпрыгивая от воды. У нас также есть усиление сверху, которое показано, которое мы нажимаем, и наша рыбка, сейчас вот конкретно дельфин, летает как можно дальше. Определенное количество расстояний преодолевают, и у каждой рыбки свои свойства. Допустим, некоторые отпрыгивают от воды, вот некоторые, видите, как размножается, так сказать. Вот, и ваша задача как можно дальше прыгать. После 3-4 прыжков вас будут оценивать, это крабики вас будут оценивать, насколько вы хорошо прыгнули. Также мы можем различные костюмы докупать, но для этого нужно, видите, какие-то кристаллы. Игра полностью на русском языке, что очень сильно радует. Обладает очень красивой графикой. Так, что это такое сделал? А, ну надо типа пазлы собрать. Сейчас мы попробуем собрать пазл. О, наконец-то я собрал его. Все, мы создали голубой талисман. Так, давайте кинем вот этого кита. И у нас он полетит. Вот так, видите, может отпрыгивать. Очень прикольная игра, необычная. Вот именно сам жанр, он необычный. Ну, вот, реализация жанра, потому что, ну, я такой еще игры не видел. Сейчас я ставлю рекорд и лечу очень-очень далеко. Прямо уже 200 метров, 230. И я все, долетел. Наш кит, так сказать. И вот появляется крабик, который оценивает на наши прыжки. Каждый краб оценивает определенным образом. Вот, допустим, этот любит броски на дальней дистанции. Это больше всего ценит количество прыжков и многое другое. Вот таким образом складывается общая ваша оценка. Думаю, многим данная игра понравится, она очень интересно сделана, вот, потому что реально красиво и забавно. Давайте вот этого, допустим, вот этого рыбу, как я понимаю, рыбу, которая надувается, не помню, как называется, тоже очень далеко подлетаем и перелетаем. Интересная игра, нравится, обязательно ее скачивать. С вами был Android Android, ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал, вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока, до скорых встреч.